Жителю села Колхозного Андрею Батманову, как и многим другим сельчанам, приходится часто ездить в Невельск, чтобы купить свежий хлеб и продукты питания. А дело в том, что уже около месяца единственный в селе продуктовый магазин не работает. Чтобы сделать элементарные покупки, людям необходимо ехать в Невельск на маршрутном автобусе. Он идет утром, обратно возвращается только к обеденному времени, что весьма неудобно. На 9 часов ты уехал, на час 10 вернулся. И что вы делали в это время в городе? Шарахались. Извините, за выражение, но вот так вот. А что еще делать? Время выжидаешь? Об этой проблеме сельчане рассказали на встрече с мэром района Алексеем Шабельником. Было принято решение включить в будничное расписание маршрута Невельск колхозный дополнительный рейс. С АТП мы трогаемся в 11, а непосредственно вот с этой остановки крайней колхозной 11.45. Очень удобно бабушкам. Да. Сейчас магазина нет в деревне, в совхозе. Бабушки сели в 9 часов, в 11 сели, обратно поехали. Или наоборот, в 12 сели, а в час назад поехали. Очень даже удобный рейс. В настоящее время этот рейс осуществляется в тестовом режиме, изучается спрос и востребованность у пассажиров. В целом маршрут Невельск, колхозная является нерентабельным, убытки перевозчику компенсируются из местного бюджета. Администрация района идет на эти расходы ради людей, проживающих в селе Колхозном. Виталий Войко, Евгений Романенко, Невельские новости.